Привет всем, дорогие друзья и подписчики! Сегодня я вам покажу самый ужасный НЛО и самый странный, который уже не в первый раз пугает моих зрителей и, скорее всего, зрителей и жителей множества и множества поселений. То, что этот НЛО очень ужасное, оно уже давно было снято на камеру, но оно необычно показывает себя. В каких ракурсах? Очень интересных. Но тут, дорогие друзья, я не могу понять одно, почему этот НЛО именно появляется днем. Не знаю, как вы, но тут, дорогие друзья, есть один ответ. Говорят, что этот НЛО именно выпускает монстров. По нему и видно, что вот этот НЛО с масштабным таким люком выпускает монстров. Для чего? Я не знаю, может испытывать нас. Давайте мы посмотрим этот ролик, и вы сами все поймете.